Делаю видеообзор апартаментов на Бапуте. Находимся на небольшой террасе. Апартаменты все представляют здание. Давайте я вам покажу. Вот оно как выглядит. И то есть можно жить как на первом этаже, так и на втором. Вот. Получается одно здание и в этом здании есть два номера. На первом этаже и на втором этаже. Давайте зайдем посмотрим, что они из себя представляют. Есть как обычные стандартные апартаменты, так и улучшенные. Мы посмотрим сейчас обычные. Номер не убран, так что он не будет вам. Его нельзя увидеть во всей красе. Попадаем в гостиную. Здесь у нас есть пара диванчиков, телевизор. Так выглядит спальня. Есть какой-то стол. Возможно, для работы подойдет. Есть шкаф. Кондиционер. Вот так выглядит ванна. Здесь, в принципе, все необходимое. Душевая зона огорожена, что не может не радовать. И очень мне нравится здесь, как сделана кухня. Здесь есть все необходимое. Опять же, несколько столов. Стол, где можно приготовить, стол, где можно поесть. Еще один стол, где расположена плита, микроволновка, чайник. Большой двухкамерный холодильник, посуда. Вот, то есть кухня здесь вообще все в порядке. Что здесь еще есть интересного? Здесь есть небольшой балкончик. Вот он так выглядит. Опять же, как вы видите, здесь надо немножко прибраться. Вот. И что еще здесь классного? Это то, что в гостиной тоже есть кондиционер. Это, ну, это здорово. Вот. Для тех, кто работает, это очень важный момент. Потому как можно не только в спальне работать, но еще и в гостиной. Давайте посмотрим на территорию и пройдемся до моря. Территория здесь огорожена. Как видите, стена есть. Там стена. Здесь есть маленькая беседка. Не знаю, где можно посидеть. Есть небольшой прудик. Вот он. И что еще хорошего здесь есть? Парковочное место. Сейчас я разберусь с этим. Продолжим в следующем видео.